Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» оформил первую сотню в сезоне. 11-ю десятку команда «Зорна Лукича» сумела разменять в Македонии. Там, в столице бывшей Югославской республики, горожане встречались с местной командой «Карпаш Соколи» в рамках Кубка Европы. И для черно-белых победа над желтыми стала второй на турнире «Старого Света». Напомним, 18 октября в домашней встрече БКНН не без труда одолел венгерский «Фалко Вулкана». Зато с македонцами никаких проблем не возникло. У хозяев отчетного матча защиты на дуге словно и не было, потому сразу 8 игроков Нижнего записали в свой актив точные трехочковые броски. Лучшими в составе горожан стали Стеван Еловец с его 20 очками и 7 подборами, а также Петр Губанов, у него 19 очков, 6 подборов и 5 результативных передач. На двоих эти игроки набрали почти треть от общего количества набранных очков. Существенный вклад в эту копилку также положили Мартынов и Камолов, у них больше 10 у каждого. Ну а итоговым счетом этого кубкового избиения стали 101-67 в пользу Нижнего Новгорода. Впереди у команды «Зорна Лукича» еще 3 выездные игры, причем 2 из них пройдут также в рамках Кубка Европы.